начинается второй тайм. Стартовый состав нашей команды: Брагин в воротах, в поле Карпетян, Афанасьев, Минеев, Загайнов, Колесников. И кого-то одного не хватает у нас. Гараев появляется на поле, да, и Купова пока нету. Потом прихрамывая ушел в раздевалку. Надеюсь, все в порядке, он вернется в ближайшее время на поле. Аут в пользу команды Альметьевска. Минеев перехватывает в центре. Передача на Колесникова. Радмир должен сам обыгрывать. Да, обыгрывает. Назад через Афанасьева. Надо развернуть атаку. Карапетян. Карапетян на Гараева. Гараев обыгрывает двоих и очень сильно вперед себе прокидывает, сам не успевает Искандер. И команда Альметьевск будет разыгрывать мяч от ворот. На поле появляется Сафин Данияр. Очень-очень опасно. Афанасьев дает передачу Брагину. Чуть-чуть Афанасьев, скажем так, не привез гол. Но вовремя сориентировались и выбили на угловой. Колесников. Команда Альметьевск надо будет повторить. Так, Сафин Данияр у нас появился вместо Искандера Гараева. Колесников опять одевает мяч. Афанасьев должен быть первый на мяче. Да, Колесников подхватывает. Карапетян спокойно на Сафина. Сафин сам будет обыгрывать Данияр. Да, обыгрывает одного. Передача в центр на Загайнова. Загайнов очень неточно передачу делает. Афанасьев, удар мимо ворот. Довольно-таки остро выбежала команда строителей в контратаку. Загайнов на Сафина. Сафин поднимает голову, делает передачу на Загайнова. Карапетян, Афанасьев, Колесников. Колесников двух игроков собрал около себя и зарабатывает аут. Размер. Передача на Минеева. Еще один. Еще аут. Некому дать Ратмиру. И надо еще раз подавать. Сильно на Минеева. Минеев на Карапетяна. Карапетян в центр на Загайнова. Загайнов увидел, да, Сафина. Сафин отыгрывает Загайнову. Отличная стеночка. И чуть-чуть не проходит у Данияра передача. Застряла в ногах защитников Альметьевска. И команда Альметьевск бежит в контратаку. Карапетян, Малик встает стеной. В центре надо побороться, навязать игру, что и делает Минеев. Вынуждает ошибаться. Неточная передача.
Афанасьев, Колесников. Центр на Загайнова. Очень-очень тихо Загайнов подает передачу. Ее перехватывают. Нельзя сейчас нашим ребятам прижиматься к воротам. Надо выходить, выходить. Коллективными усилиями пытаются прессинговать. Минеев, да. Сафин помогает. И коллективный отбор дает результат. Минеев с мячом. Передача на Колесникова. Колесников на Минеева. Минеев удар. И защита принимает удар на себя. Сафин первый на подборе на Карпетяна. Карпетян на Афанасьева. Афанасьев в центр Загайнову. Сафин с мячом обыгрывает. И второй игрок уже страхует. Аут зарабатывает команда «Строитель». Нет, судья показывает, что все-таки от Сафина Данияра мяч ушел. Угловой зарабатывает команда «Альметьевска». Подача. Гараев появился на поле. Да, Гараев должен побороться. Оставляет мяч в игре Искандер. Афанасьев на Минеева. И Минеев сам бежит сам. Обыгрывает двух игроков. Должен и не успевает сделать передачу Минеев. И команда Альметьевск бежит в контратаку. Карапетян Малик вступает в игру. Почистил ошибку в центре игроков. Афанасьев на Гараева. Гараев обыгрывает двух игроков. Убегает по бровке. Передача в центр на Минеева. Минеев. И с ноги сваливается мяч у Минеева. И не получается у него удар. Отличная была контратака в исполнении команды «Строитель». Сафин. Загайнов. Загайнов должен увидеть, да, увидел Гараева. Гараев сильно опустил мяч впереди себя, Искандер. И команда Альметьевск зарабатывает от ворот. Вместо Сафина на поле появляется Якупов. Все нормально. Гараев сразу вступает в прессинг. Карпетян в центре, перехват на Минеева. Загайнов в коридор Гараеву. Штрафной зарабатывает Искандер. Кто пойдет подавать штрафной? Минеев побежал подавать штрафной удар. Подача. Минеев удар. И уже в самом углу вратарь ловит. Сильно вперед. Брагин должен быть. Гараев Загайновым. Оставляет мяч в игре Искандер. Загайнов. Ну, что-то сегодня Загайнова с передачами прямо, видимо, с утра кашу не поел. Якупов. Отличный перехват. И теряет равновесие Якупов. Карапетян.
сам выходит в атаку, в контратаку, обыгрывает двоих. Ждет подмогу. Здесь Афанасьев на Загайнова. И опять неточная передача в исполнении Загайнова. И вынужден сам теперь бежать, исправлять свою ошибку. С чем успешно он исправляется. Якупов с мячом. Якупов прокидывает по бровке. Будет передача. Да, это, и команда заметит, перехватывает. Афанасьев должен побороться за мяч. Накрывает Афанасьев. На Гараева. Гараев в центр. Очень неточно. Брагин. Брагин на месте. Дают наши ребята спокойно бить игрокам Альметьевска. Гараев обыгрывает двух игроков. Передача на Загайнова. Загайнов очень сильно, опять неточно. Афанасьев. И мяч уходит от команды Альметьевска. Я показываю, что все-таки нет, надо разыграть команде Альметьевска. Гараев мячом. Афанасьева. Афанасьев на Карапетяна. Карапетян на Якупова. Так, вместо Загайнова на поле появился Шакиров. Якупов. И от ворот команда Альметьевска будет разыгрывать. Шакиров напрягает оборону. Якупов перехватывает такой перевод. Минеев поднимает голову, должен увидеть Гараева, да. Гараев сам себе пробрасывает. Получает по ногам. И вынужден назад на Афанасьева. Афанасьев с Гараевым. Гараев сам обыгрывает. И зарабатывает аут. Гараев на Шакирова. Смена в команде Альметьев. Алан, готовься, готовься. Сейчас опять заряжать будет. Сильно вперед. Карапетян проходит передачу на Гараева. Гараев обыгрывает. Много индивидуальной борьбы сегодня на бровках. На поле появился Гатаулин вместо Шакирова. Якупов. Прострел. Гатаулин. Обыгрывает двоих. Передача. Перехватывает ее Карапетян на Брагина. Брагина Афанасьева. Переводит атаку на другой фланг. Искандер отлично обыгрывает. Одного передача в центр на Гатаулина. Гатаулин. На... И не получается удар у Минеева второй раз сегодня. Якупов. Удар. И вратарь ловит мяч. Сильно вперед. Искандер.
переводит на Карапетяна. Ой-ой-ой, нет, все-таки успевает Карапетян поймать мяч на Афанасьева. Гараев. И здесь игроки Эльмейска выбивают. Вау. Афанасьев сильно вперед на Минеева. Минеев на Якупова. Должен Дамир добежать до мяча. Да, он добегает. Передача. Гараев. И Искандер просто не попадает по мячу. Пустые ворота были. Команда Альметьев бежит в контратаку. Сильно вперед. Брагин должен быть первым на мяче, да. Карапетян. Афанасьев. Гараев. Гараев. Ну, сам себя обыграл в данный момент Искандер. Сильно, не точно вперед. Команда Альметьев выполнила удар. Вместо Гараева появляется Колесников. Загайнов появился на поле. Карапетян, неточная передача. Колесников Радмир должен сам бегать по бровке. Да, протаскивает, надо резать угол. Что он и делает. Угловой товарищ себе. Угловой зарабатывает Колесников. Будет подача Минеев. Не понял Минеев, что домашняя заготовка не будет исполняться. И команда Альметьев чуть не убежала. Брагин должен догнать. Да, Брагин догоняет мяч. Сильно вперед, и Минеев должен бежать. Бежать должен Минеев. Пауза, достаем мяч пока. Минеев. На Якупова. Не точно. Потеря. И команда Альметьев бежит в контратаку. Колесников подстраховал ребят. Колесников на Якупова. Загайнов. На Якупова. Якупов сам обыгрывает, но, к сожалению, мяч покидает пределы поля. Загайнов. Нет, прошу прощения, Якупов перехватывает. И в контратаку выбегает команда Альметьевска. Карапетян выбивает мяч на угловой. Разыгрывают игроки Альметьевска. Минеев перехватывает. Долго-долго финтит. Обыгрывает трех игроков. Наносит удар, и в метре от штанги прилетает мяч.
Юсупов подхватывает, начинает развивать атаку по своему правому флангу. И отворот. Остается около 5 минут играть. Якупов. Колесников перехватывает. Якупов. Долго не успевает сделать передачу, его успевают накрыть. Команда Альмейс пытается уйти в контратаку. Афанасьев, Минеева, Минеев на Колесникова. Колесников. Карапетян очень опасно Карапетян играет возле своих ворот. Отворот. Сафин появился на поле вместо Якупова. Отличная передача на Минеева. Коле надо обыгрывать, да, обыгрывает двоих. Передача на Загайнова, удар. Поспешил в данный момент Загайнов. Сильно вперед. Брагин должен быть первый на мяче. Да, спокойно, спокойно. Сразу Брагин вводит быстро на Колесникова. Колесников на Загайнова. Загайнов в стеночку на Колесникова. Штрафной зарабатывает команда «Строитель». Подача. И игроки Альмейска убивают мяч в аут. Все меньше и меньше времени остается в нашей игре. Сафин на Минеева. И угловой должны подавать команда «Строитель». Опять Минеев пошел подавать. Сильная подача, вратарь. Не получается, опять удар. Загайнов на Минеева. Ошибка в центре, Карапетян должен подчищать, да, на Сафина. Сафин сам обыгрывает. Передача на Загайнова. Карапетян. Колесников. Колесников в центр очень неточно допускает ошибку. Колесников Радмир. Минеев вовремя возвращается, подстраховывает. Опять Колесников. И мяч уходит. Давай, давай, давай. Гараев на Афанасьева. Успевает Афанасьев прогнать мяч на Гараева. Гараев на Загайнова. Загайнов в центр. Увидел Сафина. Данияра. Сафин разгоняется. Карапетян. Минеев. Три игрока сразу его
прессингует. Афанасьев должен увидеть Гараева. И Гараев зарабатывает аут. Сразу на Загайнова. Якупов появился на поле. Карпетяна Гараева. Гараев убегает. Сам обыгрывает. Ой-ой-ой-ой, это, по-моему, игра рукой была. Но судья не фиксирует нарушения. Считает, что это была неумышленная игра. Якупов. Прострел. Минеев. Удар. И на себя самоотверженные игроки Альметьевска принимают этот удар. Да, остается буквально одна минута. Должен быть навал. Все, матч закончился, счет 1-1. Уходим на перерыв.